праздник. И вызывает их покурить. Не слушай. Берешь и откуда. У каждой свирели свой неповторимый звук. Чем свирель больше, тем звук получается глуше. Маленькие, наоборот, звонко и весело поют. Я возьму соломушку, тоже традиционная форма, звук уже будет отличаться. Если что-то приглянулось, пожалуйста, вы можете купить сувенир на память о Ростове. Смотровая площадка. Ой, вы гоеси, добрые молодцы! Добрые молодцы, да красные девицы! Рады видеть вас в добром здравии и желаем вам всего хорошего! В Ростов вы к нам приехали, да на праздничек! Погуляйте же, да на славушку! Полюбуйтесь на красу русскую землю ростовскую! От предков своих мы вам кланяемся, да низко пояснем! Древнерусская земля вас приветствует, друзья! Ну и по старинному обычаю, конечно же, отведайте наш замечательный
Такой край. Подходите, подходите, не стесняйтесь, отламывайте на счастье, на счастье. Спасибо большое. Тихонечко. Отламывайте, малыш отламывает. Миш, Миша, оторви кусок-то. Иди сюда, отец, фотографируй. Кусочек давай, возьми. Берите. Конечно. Вы, у вас одна общая компания или вас собрали, вы собрала по воле случая? Уже общая. Это замечательно. Ну, я знаю, наверное, есть такой человек среди вашей вот такой вот дружной компании, который собрал вас к нам сюда приехать в город Ростов, в эту поездку. Есть такой среди вас человек? Как его зовут? Елена, давайте поаплодируем Елене за то, что она вас привезла в наш замечательный город Ростов. Ну и мы с вами, конечно же, открываем нашу ростовскую дегустацию. И первый напиток, который мы сейчас с вами испробуем, как вы думаете, какой? Нет, не медовуха. Водка. Квас, конечно же, квас. А вот скажите, уважаемые гости, вот сколько видов было кваса? Кто угадает, этот приз получит? Сколько видов было кваса? Видов? Больше? 140. Больше? 240. Больше? 540. Сколько? 1040. Меньше? Вот 240 и так вот, чуть-чуть вот там. 300. Кто сказал 300? Я. Как вас зовут? Алексей. Поаплодируйте, правильно, 300 литров напитков, конечно же, 300 литров напитков. И Алексей получает вот такой вот замечательный брелок от нашего города Ростова. Ну и, конечно же, сейчас подборные аплодисменты. Наша русская красавица Татьяна выносит вам напиток под названием «Квас». Угощайтесь, господи, дорогие, вы можете к столу вот так вот пристать. Ну, а пока вас угощаю, для того, чтобы наше настроение было еще лучше, я вам вспомню музыкальный подарок, который называется «За дружную-дружную нашу компанию». Можете даже подбивать мне. Когда просты и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, и обучаем цветным узором земля и небо выхивать друг. Весенний час и мой разговор, хочу быть с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что ваша нежность и ваша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Весенний час придет к вам снова, хочу делиться с тобой всегда. Тогда дадим друг другу слово и в дальний путь на долгие года. Угощайтесь бараночками, пряничками. Ну и, конечно же, я хочу поздравить всех женщин, наступающих 8 марта, пожелать вам самое главное здоровья, счастья, любви и всего того, что вы так себе пожелаете. Весенний час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Давайте поаплодируем друг другу за то, что вы приехали к нам в гости в наш замечательный город Ростов. На долгие года. Ну как, Ростов? Хороший голосок. Замечательно. Ну что ж,
Но на этом наша дегустация, конечно же, с вами не заканчивается. Вот. Но прежде чем мы с вами начнем пробовать второй напиток, который был на Руси, вот скажите мне, пожалуйста, вот какая у вас компания? Классно. Подождите, я сейчас буду записывать, потому что к нам пришла поздравительная открытка, но открытка, вы знаете, кто ее писал, очень давно учился в школе. И забыл слова прилагательные. Вот поэтому нам нужно с вами вспомнить прилагательные слова. И как вот вы уже первые прилагательные сказали. Какой сальтовый? Классный. Так, пьяный, сказочный, замечательно. О, и замечательный. Сказочный еще. А вот какая у вас вообще компания? Дружные. Дружные. Вот, смотрите, какая у нас с вами получилась совместными усилиями поздравительная открытка. В этот классный и офигительный день, когда на душевном небе горят пьяные звезды, за этим очаровательным столом собрались чудесные дамы и не менее сказочные кавалеры, чтобы поздравить всех присутствующих с наступающим 8 марта. Желаем вам неповторимых улыбок, красивых друзей, хотящей любви. Вас поздравляют поцелуемозовущие женщины. Вот они, поцелуемозовущие женщины. Давайте поаплодируем. Почему-то весенние мужчины, ну, я поняла, почему весенние мужчины. Знаете, мартовские коты выходят на охоту. Ну, а также солнечная ведущая. Вот за последнее спасибо, конечно же, спасибо. Ну, а мы с вами продолжаем нашу дегустацию. Вот скажите, а какой второй-то напиток был? Медовуха, конечно же. Так, кто сказал медовуха? Я вам даю приз. Медовуха, конечно же, была медовуха. А вот скажите мне, пожалуйста, вот вам такой вот замечательный, ой, был. Замечательный такой магнитик. Это был замечательный магнитик. Так, а вот скажите, сколько видов было медовухи? Сколько видов было медовухи? 40. Нет. Меньше 5. 3. Меньше. 2. 2! Конечно же, 2! А какие были, как вы думаете? Первый вид какой был? Нет. Нет. С медом, без меда. Знаете, какая была первый вид медовухи? Ставленная, ставленная. А второй вид вареная. Но все равно аплодисменты вот этой вот даме. Она получает приз. Ну, а наша Танюша, девица-красавица, конечно же, выносит нам медовуху. Возьми мне стаканчик, сын, хорошо? Ну а пока вы пьете медовуху, конечно же, для вас звучит еще один музыкальный подарок. Тут ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно все вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтобы остались живы, чтобы море осеняли, и чтобы ваши дети вас радовали. На-н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 а-
желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне много надо, хочу, чтоб были рядом, любимые, я моя родная.
подпевать. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сиял солнце ярче, чем голода на скале, чтоб достали жили, чтоб гуляли знали, и чтоб ваши дела радовали. Солнце ярко светит, и с нею все дети, и не рука в руку, идем с тобою рядом, и говорим не надо, все и так понятно, и мне приятно с небом, давай, и все вместе! Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сиял солнце ярче, чем на вода. Чтоб достали жили, чтоб гуляли знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Чтоб достали жили, чтоб гуляли знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Обязательно исполнялись. Ну, а перед тем, чем, каким героем прославился наш город? Оленем. Кто сказал? Как зовут-то? Игорёчек, выходи ко мне сюда. А все олени в школе. Игорёчек, вот у нас уже есть один претендент. Но, так как Алёша Попович у нас не может присутствовать, да? Здесь, потому что он ведь как выходил, он что, плохо ходил, да? Но ведь у Алёши Поповича были еще не командиры, богатыри, которые спасали и помогали нашей Руси, да? Вот один-то богатырь у нас уже есть. Но нам нужен еще один богатырь, выходите, пожалуйста, к нам сюда. Подборные аплодисменты! Так, второй богатырь. Так, с камерой. Так, вот там, он в кепочке такой, смотрю. Брутальный богатырь. Подборные аплодисменты, выходите к нам, пожалуйста, сюда. Так, так, три, нет. Конечно же, вы тоже мне нужны. Обязательно вы выходите к нам сюда. Так, как это? Игорь, очень приятно, Игорёчек. Я вот думаю, кого же оставили в городе своем, а? Мне как богатырей не хватает, честное слово. Вообще, с мужчинами у нас здесь проблемы. Так, вот смотрю, вот стоит такой вот старинный. Как зовут ты тебя? Санёк, пойдём со мной. Ай. Так, Санёк, женатый? Ясно. Остаешься. Но! Вот благодаря этому мы с вами выбрали. А как вот вы думаете, кому не хватало, вот когда богатыри были, кто у них был? Конь. Это понятное дело, да. Без кого они не могли обходиться, богатыри? Без кого? Теща! А? Оруженосец, да. Жены. Понятно, девушка без жены. Теща! А вы же сказали, знаете, я вам... Вот смотрите, вот у нас стоит, какая большая дружная компания, да? Вот, конечно же, не могли обходиться богатыри без дружины. Так вот, для того, чтобы... Вот знаете, представляете, бой, да? А нам ведь нужно с вами набрать дружину, да, дружину. Вот поэтому мы сейчас с вами и выберем из зала дружину. Так, держи, Санёк, тебе листочек. Так, одному листочку возьмите, а то неудобно. Так, еще. Ага. Так, ну и, конечно же, ручки. Знаете, в чем мои милые богатыри будет заключаться наш конкурс? Конкурс будет заключаться в том, что вы должны
себе набрать как можно больше, себе в компактах, ты мне еще ручку отдам. Вот смотрите, стоит дружина. Ваша за... Что вы там ищете? Ручку. Вот. Все с тобой ношу. Молодец, молодец. Так вот, вы должны как можно больше набрать автографов среди вашей дружины. Итак, поехали! Итак, делаю! Делаю обратный отсчет! 3, 2, 1. Итак, нет, мне не надо. Я думаю, что вы все честные богатыри. Итак, уважаемые богатыри, вот теперь вы должны посчитать, сколько автографов вы набрали. Сколько автографов вы набрали? Считаем каждый, сколько вы набрали автографов. Итак, 11 автографов, поаплодируем. 15 автографов, поаплодируем. Тоже 15, поговорим третьему, поаплодируем. 17. 15. 11. А вас сколько было? 11. Ага. А сколько людей это здесь, да? Вот я думаю, у нас... Что вы считаете? У вас 11. 28. 11. 12, да? 12. Санек, ты знаешь, что я думаю? Рано тебя еще угоните, знаешь почему? Я думаю, что... молод, вдруг убьют. Нет, оставайся лучше уж в дружине. Тебе еще и семью нужно. Подборные аплодисменты, конечно же, приз получает наш Александр. И мы его провожаем. Провожаем. Вот такой тебе, Александр, магнитик с нашим замечательным городом Ростова. Итак, листочки мне отдаем, пожалуйста, сюда. Вот. Вот представляете, завтра бой. Завтра бой, да? Завтра бой. Вот перед тем, как уйти в бой, как вы думаете, что богатыри делали? Представляете, вот вы с женщиной отдыхаете всю ночь, да? А на утро-то вообще сил не хватит. Смотрите, какая женщина может так уделать, что ей не захочется в бой-то идти с конем-то. Ну как вы думаете, что делали богатыри? Вот почему-то все время сразу говорят, жи. Опять массаж. Нет, не баня. А? Спали, ели, но они не спали. Они пили и ели. Они делали пир. Пир. Ну не бухали, что же они бухали. Они все бухали, и на утро они пошли. Да, это вообще на Руси было очень культурно. Так вот, уважаемые мои богатыри, конечно же, устраивали пир. Но перед тем, как мы, правильно, мы с вами сделаем пир, они по чуть-чуть, да, по чуть-чуть, конечно же, вот так, чуть-чуть, да. А больше? Дегустировали, и это был третий напиток дегустации. Как вы думаете, какой? А? Нет, не самогон. Кто сказал наливочка? Правильно, конечно же, наливочка. Наливочка была. Наливочку, как вы это делали? Наливали. Правильно, без ягод. Нет, яблок там не было. А? Да, но перед тем они собирали, да? Потом
Кларевчан. Это все мяли. Мяли, вот так вот мяли. Вот, да, ягоды, ягоды. Потом они... Слушайте, у него... Да. У него все на уме женщины. Завтра бой, а у него все... Ну, это понятное дело. Как всегда же мужчины что? Так вот, они, конечно же, мяли, да, эти ягоды. Потом они их оставили в темное место. На месяц в темное место, да? А потом, да, настаивали. А потом туда добавляли спирт. Спирт. И получалась вот такая замечательная наливочка. Так вот, сейчас мы с вами ее и попробуем. Наливочку-то нашу. Танюшенька, красавица наша, выноси, пожалуйста. Вы, конечно же, выпивайте, потому что сейчас у нас... Вот, они сидели, выпивали, да? А вот как вы думаете, вот чем отличался еще богатырь? Чем? Закусывал? Нет, не закусывал, не трезвый, мудростью, да, мудростью. Вот у богатыря, знаете, вот они вот выпили, что обычно потом делают? Кто? Пели, а еще что делали? Танцевали. Так вот мы сейчас и посмотрим, на что же способны наши богатыри. Но для того, чтобы наши богатыри были, как говорится, ого-го какие, вам нужно выбрать себе в помощнице одну девушку. Выбираем. Помощница, а там девушку выбирает. Выбрать самую лучшую пару, которая будет танцевать. Так вот, сейчас будет звучать музыка. Музыка разных народов. Вы должны узнать и, конечно же, танцевать. Итак, поехали! Наша первая композиция. Что это такое? Вась, конечно же, Вась! Вальня, кстати, снимать умеет. Жалко вылетел, а тут Елена взял. Молодцы! Вот трогает уже! Право! Итак, Вальня, пойду танцуйте! Хорошо! Вторая наша композиция, слушаем внимательно. Как вы думаете, что это такое? Гонтан! Ножки поднимаем! Я почему-то догадывался, что гонтан будет. Правая ножка! Левая! Правая! Молодцы! Левая! Так, ну а это еще не все. Слушай нашу третью композицию. Вы же должны себе. Танго. А мы смотрим, какая же пара из них окажется лучше. Итак, четвертая наша композиция. Приготовили, что это такое? Рок-н-ролл. Остальные гости тоже танцевали, да, просто мы не просто нам закрепиться. Браво! Все. А теперь последняя композиция. Все за мной встаем. Ламбада. Даже можете все на гости стали ждать. Итак, поехали. Что это надо будет с вами звучать? Ламбада. Молодцы!
сами. А тебе покружили? И в какую сторону? Молодцы, молодцы. Стоп. Ну, идите к нам теперь сюда все вместе. Пары свои берите. Итак, встаем, чтобы нас зрители видели наши. Вот знаете, мне понравились все, вот честно говорю, все понравились. Но нам все равно остаться. Ну, представляете, все, вот все, дай Бог, будут в бою. А кто женщинам будет помогать? Так вот, для того, чтобы выбрать нам, кто же был лучшим, а кто немножечко немножко, по чуть-чуть похуже, да? Вы можете кричать, визжать, топать, все что угодно делать. Итак, первая пара! Так, первая пара. Вторая пара! Третья пара! Ну и, конечно же, четвертая пара! Так, ну вот здесь, как видимо, не разогнались на первой паре, не разогнались. Вам огромное спасибо, не уходим, потому что вы получаете от нас замечательные призы. Ну и у нас остаются с вами три богатыря. Сейчас подождите минуточку. Вот. Вам вот такие вот замечательные призы. Ну а вы, богатыри, делайте приз, целуйте своих дам. Щечку можете поцеловать. Подождите, не уходите, я вам тоже дам. Тоже дам обязательно вот такие вот призы за помощь магнитики. Это вам и это вам. Дамы, куда пошли? Нет, подождите. У нас три остаются благодаря. Подождите. Так вот. Ну, перед тем, как вы знаете, еще... Вот, потанцевали. Ну, конечно же, потанцевали. Что нужно потом сделать? Выпить! Отдохнуть, выпить, да? Выпить. Правильно, выпить. Ну, и четвертый наш напиток, вот теперь-то вот уже мы скажем. Какой? Самогон! А? Нет, Педоуху мы пили уже с вами. Самогон! Не самогон. Чай. Здравствуйте, мужики, какое шампанское? Нет! Крепкая, 40 градусов! Водочка, конечно же водочка, но! А вот кто мне скажет, когда вообще появилась водка? Давно! Правильно, когда Менделеев вывел спирт, огромные аплодисменты, конечно же, вы еще зарабатываете один приз. А наша Танюша выносит водочку сюда под бурные аплодисменты. Ура! Так. Водочка. На разогревчик, Выпили мы с вами. Еще так немножко, чуть-чуть там стало еще потеплее. Но без того же не обходится на Перу праздник. Как вы думаете, уважаемые богатыри? Без женщин. Конечно же, без женщин. Вот без нее заказались. А как вы думаете, вот по какому принципу определяли, вот хорошая она хозяйка или нет? Вот раньше, на Руси. По какому принципу определяли, хорошая она хозяйка или нет? А? Как еду готовить? Ну, так. Уборка. Еще. Нет. Вот правильно, внешний вид. А почему определяли внешний вид? Как? Правильно! По косе аплодисменты я даю вам приз. А знаете, почему определяли по косе? Вот если, вот смотрите, если ухоженная коса, да. Вот если у девушки была ухоженная коса, значит она, вот знаете, она с утра вставала, свои волосы красиво, пасху сплетала, и, конечно же, она все делала. Так вот, уважаемые гости, вам нужно выбрать себе помощницы по три девицы-красавицы. По три девицы-красавицы. Девицы-красавицы, себе помощницы, трех девиц-красавиц. Итак, богатырь держит. Так, девочки, вы у нас берете
Ленточки вперед. Так, давайте делаем так, встанем так, чтобы вам было удобно. Можно подальше туда зайти. Потому что вы сейчас будете заплетать у нас. Так, здесь удобно? Удобно, так. Вот так вот, пожалуйста. Итак, слушайте меня внимательно, подождите. Вам нужно будет заплести косу, но не отрывая рук. Показываю, вот смотрите, вот так вот бегаете туда-сюда, понятно? Не отрывая рук, смотрите, показываю. Так, вы бежите туда, вы сюда, вы туда, понятно? Итак, приготовились? На старт, внимание, марш, поехали! Стоп! Так, иду смотреть. Так. Сейчас мы даже не посмотрим. Не знаю, что. Шикарная, но она не плотная у вас коса-то, не плотная коса. Так, подождите. Так, вот настоящая русская коса. Здесь, подождите. Ну здесь что-то с таким связано, наверное, с японско-китайским, что ли, я не знаю. Так вот, но, мои хорошие, а вот вы знаете, вот победить в этом конкурсе тот, кто быстрее расплетет косу любыми способами, Первые. Не торопись, дальше взлетаем. Стоп. Кто у нас первый расплел? Вы. А знаете, почему первый расплели? Кто халявно заплет, он быстрее расплел. Так что, милые мои, вы знали, да? Так вот, целуйте своих помощниц, ну а два богатыря подходит, конечно же, ко мне. Косы давайте мне сюда. Ай, подождите, не уходите, без приза, конечно же, вы от нас не уйдете. Знаете, вот, смотрю, полуфинал уже вышли, вот вам такой замечательный напиток, добрый, все уже напиток, я уже договорилась с вами. Итак, и у нас осталось с вами два богатыря. Ну, а чем измеряли богатырскую-то? Кто сказал, когда тянули? Правильно, когда тянули, сила богатырская. Так вот, уважаемые гости, богатыри, вам нужно выбрать помощники себе по 5 человек. По 5 человек выбираем себе помощники. Выбираем. Помощники выбираем себе по 5. Уйдите отсюда, поехали! Пошли! Так, выбираем! Где? Где у вас не было? Где богатыри-то у нас? Так, где? Вот, богатырь у нас первый. Где ваша команда-то?
Нет, подождите, вас тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Так. Богатырь! Нет, 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 на эту сторону, на эту сторону, потому что... Так. Так, стойте, 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 стойте. Должна быть середина. Итак, приготовились, наставьте моя Thank you.